Добрый вечер, девочки. Всем привет, привет. С вами сегодня Семенова Наталья. Сегодня мы с вами порисуем вот такой вот морской дизайн. Вот таких вот дельфинчиков. Да, здравствуйте всем. Приветики, приветики. Давайте приветствуем Наташу. Да, всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нас видно хорошо, слышно хорошо? Да, напишите нам, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мы знали, что мы в эфире, нас слышно, видно. Да. Так, давайте подождем еще сейчас немножечко присоединяться людям. Так, мы поделимся. Девчонки, спасибо всем, кто сможет поделиться нашей трансляцией. Я думаю, многим будет интересно. Сегодня я хочу вам нарисовать дельфинчиков. Девочки, полосочку, вот эту тельняшку я не буду рисовать. Тут, в принципе, и так понятно, чтобы не тратить на это время, как бы не ваше, и не нам не задерживаться, да, рисовать эти полосочки. Я покажу просто, как нарисовать дельфин, то есть дельфинчика. Так, смотрите, что я сделала. Сначала я возьму белый гель-лак «Королева Арктики», вот такой вот беленький, и нанесу фон. Все хорошо слышно, видно, отлично. Так, все замечательно, видно, слышно хорошо. Так, нанесем фон достаточно одним тонким слоем. Вы видите, гель-лак «Королева» ложится очень хорошо. Вот так вот, да? И отправлю в лампу. Так, дальше, что я делаю? Я сделаю фон. Фон для нашего дельфинчика. Я его буду делать из акварельных капель. Но сначала я перекрою свой фон белый матовым вот таким топом. Вот королевский вельвет, который у нас также, знаете, да, подходит для акварельных капель. Он идет без липкого слоя. Прекрасная структура у него, интересная. Сейчас я перекрою свой белый гель-лак именно этим топом. Давайте я так вот положу, чтобы вы понимали, что я буду рисовать. Вот так. Напишите, пожалуйста, кто из какого города, где нас смотрят. Ну да, нас смотрит достаточно небольшое количество человек. Было бы интересно узнать, откуда вы. Да, были вы на море уже в этом году или не были? Дельфинчиков видели? Да. Так, смотрите. Вот мой белый гель-лак уже нанесен. И я наношу матовый топ. То есть, еще раз повторюсь, не просто матовый, да, а именно вельвет, который имеет вообще очень прекрасную структуру, такой приятный на ощупь. И цвет углубляет очень хорошо. Да. Вот, дальше, девочки, смотрите, я возьму из акварельных капель вот такой вот цвет, вот номер 6. Он входит в первый набор, это голубой. Уже все, наверное, знают, любят наши акварельные капли, вот такой голубенький Герман, цвет. Смоленск, Владивосток, привет из Энгельса, привет, привет вам всем. Да, всем привет, девочки, всем привет. Всем привет, очень рады, что вы нас смотрите. И очень много лайков. Спасибо большое. Здравствуйте, с вами Георгиевск, Москва, так. Украина. Украина, это Москва. Хорошо. Здесь так, все. Ага. Девочки, смотрите, значит, акварельные капли я не наношу кисточкой. У меня есть вот такая вот палитра. Видите? То есть все вот цвета я себе здесь нанесла, они не портятся, они высыхают. И когда мне надо, я их просто, кисточка вот такая вот, кисть у меня для акварели, вот тоже не Канаги. Вот, посмотрите, я просто беру, намочила ее немножко в обезжириватель и слегка вот беру и размываю тот цвет, который мне нужен. И буду наносить для себя вот такое вот море, да, горизонт нанесу. Владимир. Вот такой вот горизонт. Вот так вот. Так, сейчас я, подождите, к себе пододвину. Вот так вот сделаю. Вот такое море. Вот, не обязательно же ровно это все должно быть. Вот как-то вот так вот. Волной, естественно.
Еще хотели вам напомнить, что у нас стартовала акция с летними подарками. От 3, от 4, от 6, от 10 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, кто-то приобретал уже продукцию, получал подарки? Так. И дальше сделаем облака вот такие вот. Девочки, вы видите, да, с акварельными капельками это очень просто и очень легко. Вот такие вот облака, вот размоем их. Такой горизонт привет. Сделаем. Привет, привет всем. Привет, девчонки, всем привет. Вот такой сделаем горизонт. Все. Вот у нас первый этап сделан. То есть фон. Вот можно. Да, море. Море есть. Вот можно его поярче вот сделать. Вот такой горизонтик. Так. Сделали. Набросок готов. Да, да, набросочек готов. Что я теперь сделаю? Я сейчас возьму, перекрою свой набросочек также матовым топом. То есть он у меня готовый, и я его перекрою матовым топом. И отправлю в лампу. Дальше буду делать дельфинчика. Для дельфинчика я использую пасту стереотинт. Девочки, беленькая вот такая вот. Вот такая вот стереотинт. Посмотрите. Та пасточка вот такая. Белоснежная, что да, прям, камера не фокусируется. Да, очень белая-белая-белая прям. Объем дает. Да, она дает объемчик. Спасибо за сердечки, девчонки, очень-очень приятно. Никто подарки неужели не приобретал? А, давай напомним суть этой акции просто. Может быть, кто-то не понял. Да. Суть акции в том, что вы покупаете на определенную сумму, на определенную сумму, да, и вам идет подарок от вашей суммы заказа. То есть продукцию можете выбрать совершенно другую. Любую. И причем подарки там ничуть не хуже тех товаров, которые вы покупали изначально. Да, кстати, советую вам поторопиться, потому что подарков уже осталось очень-очень мало. Ажиотаж огромный. Так, смотрите. То есть у нас есть уже готовая поверхность. На готовой поверхности я буду выполнять именно вот именно нашего дельфина. Вот такая вот паста, вот она густая. Посмотрите. То есть сразу, как капелькой. Рисуйте его и придаем ему высоту. Посмотрите. Так. Так, в хвостик уходим. Еще хотели вам напомнить, что у нас вышел крутой сайт. Так. Ой, сайт это у нас просто бомба. Я не знаю, если вот раньше у нас многие жаловались на то, что у нас какие-то там категории неудобные. Были не очень понятными, не очень удобными, то сейчас вам просто нужно будет там посмотреть, вот правда, вот зайти, хотя бы одним глазком поглядеть на это все дело, и вы сразу поймете, что вот сейчас наш сайт гораздо лучше отличается от прошлого. Это вы зайдете и сразу поймете, где что находится, куда нажимать. Очень удобно все, то есть даже если вы будете заходить и не будете делать заказ, вы все равно его сделаете, потому что сайт привлечет к этому. Даже если не захотите, все равно сделайте. Ну, просто невозможно отказаться от таких классных продуктов. Девчонки, еще получите подарок. Да, девочки, посмотрите. Видите, я кисточкой прям поверху иду, я не прижимаю. Да, не прижимаю своего дельфинчика, просто я его как... Видите, он такой воздушный получается и объемный. Не знаю, видно вам, не видно на камеру? Всем видно вам? Я думаю, что да. Всем он такой прям вот, знаете, вот воздушный. То есть паста позволяет выполнять вот эту воздушность. Такие плавнички у него. Спинка вот такая, чтобы она выгнутая была. Добрый вечер. Носик. Да, на море страшно хочется уже. Просто в наших глазах сейчас вырисовывается дельфинчик, очертание дельфинчика. Да. Я думаю, что этот дизайн очень подойдет к тем, кто сейчас уезжает в отдыха куда-нибудь за границу. На пляж затмите всех.
ноготочками. Ноготочками, с дельфинчиками. А его же можно подобрать еще под купальник. Так. Можно сочетать. Вот так вот, посмотрите. Ну, таким я его оставлю. То есть выпуклая спиночка у него, да? Головка вот здесь вот. Ну, чтобы она пообъемнее была у вас. Вы видите, да, уже носик уже более площадь. Плавничок. Один, второй. Угу. И отправлю его в лампу. Так, отправляю в лампу. Девочки, чем я его буду тонировать? Тонировать я его буду гель-лаком. Сейчас я вам скажу. Гель-лаком, вот, моренго. Опиум. Опиум 55-я моренго. Вот такой вот серый. Мы его сейчас затонируем, сделаем ему спиночку серенькую. Сейчас, минуточку, у меня просушится. Уже очень многие, наверное, отдыхают, поэтому трансляции людей мало. Все уже на отдыхе. Да, кто сейчас отдыхает, кто работает, середина скажите. Июля почти. Может, кто-то на море нас смотрит. А почему нет, может быть такое. Загорает, отдыхает на пляже и сейчас смотрит трансляцию нашу. Почему нет? Сейчас у нас просушится наш дельфинчик. Вот он уже, посмотрите. Так, и теперь я ему придам уже красоту, разукрасив ему спинку. Так. Да, здесь можно сразу увидеть, насколько плотный пигмент у этого гель-лака. Ну, опиум это, конечно, несравненный наш гель-лак, это всегда топ-продукт. Да, в один слой, вы видите, вы можете закрасить своего дельфинчика. Он плотненький, не полосит. Так. Красота. Да, красота. Причем сколько это у нас сейчас по времени заняло, Наташа? Ну, по времени 5, это, да, займет очень быстро, да. Особенно, девчонки, пару дельфинчиков таких сделаете, это очень быстро вообще. Хотя смотрится, как очень сложный полноценный дизайн. Да, сейчас я переверну вот так вот отсюда. И вот сюда сведу к носику. Так. Вот сюда. Так. Если вы где-то вылезли, ничего страшного, девочки. Все, можно взять другую кисточку аккуратненько и все убрать. Так. Неужели никто подарки не приобретал? Все молчат. Почему молчите? Да, видимо, здесь у нас пока что нет тех, кто получал подарки. Хотя этих людей очень много уже, и все довольны. Да, подарки, девочки, у нас вообще сумасшедшие. Лето. У нас лето, прям лето-лето. Так. Вот здесь вот аккуратненько я прокрашиваю, чтобы все-все-все у меня было прокрашено сереньким. Так. Хвостик также. Угу. Вот животики мы немножко оставим беленьким. Так, и вот красота. Да. То, что я вам говорила, вот где можно убрать, если вдруг вы вылезли, ничего страшного. Вот так, убрали и все. Так, сделали. Ну, давайте ему также сделаем ему солнышко, да? Солнышко я сделаю из жидкого металла номер 6. Цвет солнышка. Да, цвет солнышка. Видите, такой красивый-красивый. Прям вот так вот переверну, сделаю ему солнышко. Какой получили, расскажите, пожалуйста, нравится ли вам все? Да, пока что есть возможность пообщаться с нами напрямую. Подарки супер. Расскажите, вот такое. На косатку больше похоже. Ну да. Но это для фантазии у всех своих. Пусть будет косатка, девчонки.
сделаем вот такое вот сказочное солнышко. Вы видите, насколько круто блестит наш жидкий металл, правильно? Я даже говорю. Да. Без липкого слоя. Но у меня тут сейчас на данный момент пришла еще одна идейка. Сейчас давайте мы просушим. Вот так вот его. Давайте будем ждать, что же Наташка выдумала. Мне что-то захотелось немножечко один бачок притонировать и сделать такое красно-желтое солнце, да? Вот так вот у нас очень... по ходу трансляции появляются новые идеи для новых дизайнов. Я возьму, смотрите, Бон Пари номер 8. Сейчас, девочки, как всегда, я вымазала гель-лак. Я думаю, будет очень красиво, если оно будет, знаете, такое, как закат, не закат. Привет из Краснодара. Привет. Привет, нравится. Девчонки. Как крутое золото, плотное такое, да. Золото очень плотное. Так. Сейчас я вам покажу дальше. Это солнышко наше еще и увеличим. Прочитала «Привет из Краснодара» и вспомнила, если есть на свете рай, это краснодарский край. Да, это верно. Так. У меня подсушилось. Да, ну, что же, Наташа, там? Все стояли дыхание. Смотрите, я взяла Бон Пари номер 8 и с одной стороны просто чуть-чуть его вот так вот, знаете, как делаю таким красненьким. Вот таким вот красненьким. Какие онлайн-курсы у вас планируются летом? Информацию про онлайн-курс вы можете узнать по нашему номеру телефона. Либо, если вы работаете с менеджером компании, то узнать у него. Угу. Сейчас в конце трансляции мы вам покажем наши все соцсети, номер телефона, куда можно позвонить и всю информацию узнать. Отправлю сейчас. Даже не надо сейчас отправлять. Я сейчас возьму финиш вельвет, девочки, и финишем вельветом перекрою еще ж дельфинчика, чтобы он у нас был матовый. Да, на онлайн-курсов собирается выпускать очень много. Очень много онлайн-курсов новых. Чуть-чуть повыше на меня. Вот так, да? Вот я... Не видно? Не видно? Смотри, ага, все, простите, потерялась. Вот, то есть я его сделала сейчас вот таким вот матовым. Ушла Наташа. Ушла опять, да? Типа в уголок тянет. Куда-то в уголочек меня тянет. Я все время хочу куда-то убежать, да? Так. Уберем вот так вот лишнее. Постепенно, да? Все ниже. Да, мне кажется, я все на одном месте. Угу. Так, отправим в лампу. И наше солнышко, девочки, мы увеличим 3D топом. То есть, я думаю, тоже уже все знают, что такое 3D топ. Это топ без липкого слоя. Идет эффект увеличения. Да, он эффект, да, увеличенного стекла вот, получается. Ну да, многие говорят еще, что это аквариумный эффект. Вот сейчас у меня немножечко просушится. Мы сейчас поставим капельку именно в районе вот солнышка. Вот здесь просто оно маленькое. Не знаю, вам, наверное, не видно здесь, да? Не видно, что оно... Это наш прошлый дизайн, да? Нет? Да, это прошлый наш дизайн. Хорошо. Видно, да, что вот оно увеличено здесь. Но думаю, сейчас на большом просто будет более так видно. Так. Сейчас у нас просушивается. Вот, смотрите, я беру 3D топ кисточкой, смотрите, начинаю увеличивать его. То есть получается такой объемистый сразу вот, как камень, да, но это у нас солнце. То есть увеличиваю я только вот этот кружочек. Чуть левее. Левее, опять убежала. Угу. Так. Угу. И просушу. Быстренько сейчас, да.
прихватим его. То есть эффект лупы получается. Да, получается, он увеличивается такой эффект. Тут на самом деле лупы. Получается такое большое красно-желтое солнце. Очень красиво. Ну, я надеюсь, вам нравится. Ну, это так, знаете, как моя идея. Вы можете по-разному делать. Девчонки, рисуйте же, как вам душа велит. Мне кажется, мы показываем свои идейки. Угу. Да, можно было и без полосочек сделать. Очень много можно проявить, особенно с такими материалами. Стреатин, да, паста, которая поднимает как бы, да? Да, да. И 3D-топ, тоже шикарный материал, поэтому это делает акварельный эффект. Жидкий металл, там можно перечислять до конца. Это ваши идейки, то есть ваши будут дельфины, ваше солнце, вы можете делать, как вам нравится. Дальше, смотрите, я просто, да, поставлю сначала точечку. Сделаем глазик ему. Вот такой, что-то далековато я его поставила, глазик. Не подрасчитала. Вот тут надо дальше немножко. Сейчас я его вытру. Не понравился, да? Да, глазик не понравился, я его чуть-чуть дальше поставлю. Привет из Италии. Привет, привет. Ого, даже из Италии. Немножко прихвачу. Как там погодка у вас? Здорово. Очень красиво. Мы согласны с вами. Спасибо, девчонки, кому нравится, спасибо. Кому не нравится, тоже спасибо, что смотрите. Я думаю, всем нравится. Такая красота не может не нравиться. Я беленький немножко прихватила и поставлю таким просто темно-синеньким. Поставлю ему глазик. Да, мне кажется, Наташа рисует сейчас дельфинчика с глазиком, а все смотрят на солнышко. Потому что как красиво лежит. Да, ну правда очень ярко получилось. Да, мы только рисовали вот так вот. Идея пришла в процессе. А идея, да, на самом деле пришла, вы видите, да, в процессе, поэтому тут просто чисто желтенько у нас. Как будто брошку прикололи, да, вот так сверху. Объемную. Ну да. Блестящую. Глазик уже перекрывать не нужно, солнышко перекрывать не нужно, вот такое вот, да. У нас дизайн готов, что ли? Да, дизайн готов. Ну, девчонки, я думаю, полосочки, все это, как бы, веревочку, это уже не проблематично. Знаете, многие спрашивают, именно как дельфина сделать, поэтому мы решили вам быстренько, чтобы не задерживать ни вас, ни нас, как говорится, да, показать вам, как нарисовать можно быстренько дельфинчика. Все остальное, я думаю, это уже добавить сюда. Можно же по желанию, как вы хотите. Да, точно, да можно, в принципе, сделать сюда там морскую звездочку можно сделать. Я просто сейчас не хочу, у меня просто вот таких уже два штучки есть. Я сейчас просто его немножко обыграю по-другому, там, не знаю, какой-нибудь морской звездочкой можно сделать. У нас, Леночка, как по времени? Я могу, в принципе, морскую звездочку набросать. Времени, ну, нет, да? Времени, в принципе, у нас нет, да. У нас как бы лимит есть обычный телескоп. Но мы можем выйти, точнее не можем выйти, мы выйдем еще раз обязательно в среду. И сделаем не менее красивый дизайн. Хорошо, девчонки, я надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам за сердечки. Да, мы видим ваши сердечки, ваши лайки, ваши комментарии. Спасибо, спасибо вам большое. Вот. Напоминаю. Так, а что, да, мы напоминаем, что наш телефончик, да, наш сайт, вот где вы можете, посмотрите, да, подписаться, если вы не подписаны, где скорее вы можете, да, где вы можете заказать продукцию, вот так вот, вот. Все ссылки на наши социальные соцсети, заходите на наш супер крутой интернет-магазин. Спасибо, пишут прям большими буквами. Спасибо, спасибо и вам. Я же надеюсь, вам идея понравилась. Быстро и легко сделать дельфинчика. Да, обязательно заходите на первый сайт. Это www.nikonagel.com. Это наш интернет-магазин, где продается вся наша продукция. Там очень понятный, простой в использовании сайт. Также заходите в другие соцсети наши. Также участвуйте в нашей летней акции с подарками, да, от 3, от 4, от 6, от 10 тысяч рублей. Ваши подарки ждут вас. Конечно. Все, девочки, всем спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока.